Добрый день, дорогие друзья! Многие из вас интересует вопрос, когда же откроют Филиппины. Давайте с вами рассмотрим, что же сейчас происходит в этой стране. Ну, то, что идет вакцинация, всем понятно. Но какими вакцинами обеспечивают Филиппины? Вот последняя новость. Япония передала определенную часть вакцин AstraZeneca. До этого какая-то другая страна передала эту же вакцину. Об эффективности AstraZeneca и самое главное о ее побочных эффектах вам уже известно. Однако, с учетом тех решений, которые приняли ведущие страны мира, в том числе и Соединенные Штаты, по оказанию помощи беднейшим странам для обеспечения вакцинации, я думаю, что в 2022 году вопрос с вакцинами на Филиппинах решится. Ну, вакцины, естественно, будут Pfizer, Moderna. Однако, проведенные опросы населения месяца два назад показывали, что 49% филиппинцев не хотят вакцинироваться. А представьте сейчас, когда идет вакцинация AstraZeneca, и будут, естественно, побочные эффекты, то количество людей, которые откажутся от вакцинации, может и превысить эти 49%. Осадный иммунитет, как вы знаете, бывает только в том случае, если будет вакцинировано 70% населения. Я думаю, что вряд ли это получится сделать на Филиппинах, особенно в провинциях. Даже моя супруга, беседуя с подругами, с родственниками, выясняет этот вопрос. И все говорят, а мы не будем делать, вакцину. Да вы посмотрите сами на себя. Большинство наших сейчас тоже отказываются от вакцинации. Кто-то там берет липовые справки, чтобы как-то отчитаться на работе. То есть сейчас мы видим, что даже при обеспечении в 2022 году вакцинами Филиппины не смогут получить тот стадный иммунитет от коронавируса. Прибавим к этому политическую обстановку на Филиппинах, то есть предстоящие 9 мая, по-моему, ну, в мае месяце 2022 года выборы. Мы можем сделать вывод, что в 2022 году Филиппины открыты не будут. Естественно, среди кандидатов в президенты Филиппин будет и оппозиция. Не исключаю, что оппозиционный кандидат среди своих обещаний будет также говорить об открытии Филиппин. Если вдруг оппозиционный кандидат в президенты выиграет, то тогда мы можем говорить об открытии Филиппин, к примеру, осенью 2022 года. И это в лучшем случае. Однако, будет ли он обещать, что откроет Филиппины для туристов, чтобы работал туристический бизнес? Очень сложно сказать. Я вам скажу почему. Возможно, кто-то из вас уже слышал, что есть такой диагноз. Постковидный симптом. В одних исследованиях говорится о 79 симптомах у людей, которые переболели ковидом и потом уже вылечились. Но у них эти симптомы продолжались. Допустим, тот же университет колледжа Лондона проводил исследование. Они выявили 205 симптомов. Среди них это распространенными были утомляемость, недомогание после нагрузки, когнитивная дисфункция,
Многие пациенты, испытывая усталость, также сообщали о проблемах с мышлением, широко известных как мозговой туман. Были проблемы со сном. В общем, цифры очень шокирующие, особенно в отношении усталости и одышки. Депрессия и тревога наряду с общей болью и дискомфортом также были относительно частыми симптомами примерно у 20% пациентов. Но это я вам перечислил те исследования, которые проводились за рубежом. У нас также, как вы знаете, проводятся исследования. И вот я вам сейчас приведу пример москвички, которая переболела COVID-19 осенью прошлого года. В сентябре, когда появились первые слабые симптомы, она приняла их за обычную простуду и решила пару дней отлежаться. На всякий случай заказала тест на коронавирус. И тот дал положительный результат. Обаяние у москвички пропало на следующий день, уже после постановки диагноза, когда с утра она пошла нюхать горчицу и ее не почувствовала. Но в целом, по ее словам, болезнь протекала очень спокойно, без больших температур и каких-либо осложнений. Просто была слабость, температура такая нормальная, 37,2. Температура не спадала у нее 3 с лишним недели. За это время москвичка дважды успела сдать тест. Первый вновь показал у нее в организме присутствие вируса, второй пришел уже чистым. Примерно тогда же вернулась норма и температура. А вот общая слабость и повышенная утомляемость затянулись после официального выздоровления еще на месяц. Пропавшие запахи вернулись еще позже, ну, уже к Новому году. Москвичка решила, что выздоровела окончательно, но ее радость по этому поводу продлилась недолго. Буквально через пару недель с обаянием вновь стали происходить странные вещи. Привычные ароматы начали один за другим превращаться в крайне неприятный запах, который сама москвичка описывает как компостная яма. Такие, говорит, забродившие овощи. Сначала так начал пахнуть болгарский перец, потом зловением от него заразились другие продукты. Мясо, птица, цветная капуста. Но самое неприятное произошло, когда ровно с таким же отвращением москвичка начала воспринимать запахи человеческого тела, причем как своего, так и чужого. Это продолжается и по сей день, и никаких улучшений не наблюдается. Хотя с января прошло уже, ну вот сколько сейчас уже, ну здесь в статье написано 4 месяца. Ну, не знаю, сейчас какие у москвички симптомы, остались или нет. Однако тесты у москвички еще с сентября стали показывать нормальный результат, что у нее нету наличия говида в организме. Ну и вот представьте, что такие же симптомы постковидного говида будут ощущать многие филиппинцы, кто переболел. В западных странах уже органы здравоохранения волнуются о переполняемости больниц постковидными больными. А вы знаете, почему Филиппины закрыты? Лишь потому, что у них инфраструктура здравоохранения очень слабая. Нету койко-мест, нет соответствующего оборудования и так далее и тому подобное. Поэтому наряду с тем, что определенная часть населения не будет вакцинироваться, и на Филиппинах, возможно, это мое предположение, не будет стадного иммунитета, а передвижений, сами знаете, на Филиппинах достаточно, люди катаются, как говорится, с провинции в город, кто-то что-то приобретает. И у кого-то какие-то есть дела. То есть
COVID будет продолжаться на Филиппинах. Плюс к нему добавится постковидный синдром. Уже говорят о том, что якобы существует постковидная вакцина. Не знаю, я, честно говоря, эту информацию не проверял, но вот есть такое мнение. А вы, наверное, помните, я вам говорил, что когда моя супруга рожала, мы не смогли найти место в госпитале. Вот нам врач помогла. То есть у них нет роддомов на Филиппинах, обычный госпиталь. И вот представьте, что будет. COVID, возможно, не прошел, как говорится, будет, так как нет стадного иммунитета. Постковидные проблемы. А кроме того, что я вам перечислил, кто даже слабо переболел, то есть практически не было никаких симптомов, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз. Страдает печень и жировые повреждения тканей поджелудочной железы. Естественно, постковидные симптомы будут у людей, можно сказать, обеспеченных. И они будут обращаться в медицинские учреждения. И в связи с загруженностью, я думаю, что Филиппины не откроются. Не откроются и в 2023 году, может быть, и в 2024 году. Но вот такие у меня прогнозы. Я знаю, что это прогнозы не очень хорошие. Поэтому я вам всем советую, дорогие друзья, берегите себя, одевайте маски, одевайте две маски, старайтесь лишний раз не появляться в общественных местах. Не читайте некоторые комменты, где пишут люди, что да вот там друг болел, он в это время дачу себе строил или еще что-то. Ну, это глупость. Вы даже сами прекрасно знаете, какие проблемы возникают у людей, кто заболел просто гриппом и не соблюдал постельный режим. Возникали проблемы с сердцем. А здесь COVID. И этот COVID, как вы видите, будет давать знать о себе еще долгое-долгое время. И уже, но считайте, что новый диагноз – постковидный симптом. И если вы случайно заболели коронавирусом, то молите Всевышнего, чтобы постковидный симптом у вас был легкий. Не такой, как у этой москвички. Ну, сами представьте, что если вы будете чувствовать запах мусорного контейнера, и это не только от еды или от продуктов, но даже от собственного тела. Довольно-таки неприятная вещь. В общем, не очень хорошие новости, я так думаю. А статистика по заболеванию ковидом такова, что на сегодняшний день заболело 176 миллионов и 3,82 миллиона человек, как говорится, умерли. У них был летальный исход. По странам, конечно, в Турции у нас 5 миллионов 340 тысяч. В Соединенных Штатах 33 миллиона с половиной, в Индии 29 миллионов 600 тысяч, в Бразилии 17 миллионов с половиной. Но в России, вы знаете, 5 миллионов 240 тысяч. Поэтому мое мнение, лучше всего заняться профилактикой, лишний раз не появляться в ненужных местах, не стесняться одевать
маску, и не одну маску, а две маски одевайте. Ну, особенно, когда вы заходите там в общественный транспорт, в магазин. Я всегда так делаю. Ношу одну маску, потому что положено в маске ходить. Ну, когда никого нету, соответственно, маску спускаю. А когда захожу в магазин или в транспорт, я всегда одеваю две. Осталось немного. Подождите. Вакцинируют в России, вакцинируют в других странах. И, соответственно, возможно, ковид уйдет. Возможно. Ну, а если вдруг все-таки откроют Филиппины, я тоже вам советую обратить внимание на рекомендации врачей. Многие врачи, я имею в виду российские врачи, рекомендуют не менять климат. Особенно тем, кто переболел.